Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Пенумбру. Черная чума. То, что здесь написано, ну, это неправильно. Что мы играем в черную чуму? Да, Иди отсюда, иди вон! Нам нужна свобода. Я тебе сейчас дам свободу! Да что сейчас, блин, было? Музыка играет, значит, он где-то здесь ходит. Я все-таки хочу сюда просто зайти и посмотреть, что тут. Бляха, муха, ну вот он не внезапный. Ему бы штаны одеть, вы заметили, да? Болтается между ног, блин. Штаны одень, идиот. Машина в зал, пойдем. Я хочу в машинный зал пойти, а эта скотина мне мешает. Извините за выражение, но это реально просто... Вы бы видели сейчас мое выражение лица, это... что-то с чем-то. Так, на N. Список дел. Мне нужно идти... Так, вот коридор, ведущий в зал, заполнен... А, ну вот зачем я и ходил. Не зря все-таки я сходил сначала изначально туда. Давайте сначала посмотрим. Поело. Там внизу очень жарко. Наверное, тут использовали геотермальную энергию для того, чтобы электричеством и обогревать здание. Ну, понятно. Типично. Замок, но вряд ли слабовато. Серьезно? Почему он не хочет? Металл этим не прорезать. Остается только одно, но...
Как им пользоваться? Хороший вопрос. А что будет, если я возьму вот эту бочку? Она все-таки какая-то странная. И кину вниз. Может, наверху все-таки где-то есть, скажем так, проходик. Двигатель не работает. Горячая резина. Ненавижу этот запах. Но ты не должен чувствовать ее. Что будет, если вот эту палку, например? Заперто, но вроде слабовато. Может, что-то с этой было надо сделать бы? Палкой? Я могу снять? А, ну да. Так что все-таки лучше видно. Давайте я попробую загружусь. Может, все-таки реально надо было ее использовать? Так, а где сохранение? Вот. Так, ну а реально, попробуй-ка я взять. Серьезно? Так, сначала посмотрим, что тут есть. И в третьем должно быть что-то. Ну, разумеется. В одной из трех что-то должно быть всегда. Так. Ошибка. При операции с вентилем. Температура 130. Можно? Каждый раз, когда я вижу такую штуку, я чуть расслабляюсь. Интересно, почему? Просто еще полегче. Походу, я вентиль запустил. Ну да. Где что я повернул? Хороший вопрос. Дверь повредилась от старости и нагрузки. А чё мне тут надо было сделать, я не понял. Компьютерный терминал с грязной клавиатурой. Опять разлетался. Так, а чё, всё? Просто теперь уходим отсюда? Чё я запустил? Пойди еще разберись.
Так, давайте-ка я заранее. А то вдруг... По крайней мере, сейчас я в данный момент не знаю, что делать. Че, я могу назад? Да. Смотрите, как переходы-то по логике-то быстро переходят. Мне прям нравится. В смысле? Откуда ты здесь? Ребята, его уже не было. Где у меня сохранение? 18.08, да, буквально секунду назад, скажем так, было. О, как там твой дружок? С ним все нормально? Кажется, ему не здоровится. На твоем месте я бы ему позавидовал. На своем собственном месте тоже. Как можно совершать самоубийство, если нет сердца, которое может остановиться, и нет рук, чтобы взять пилу? А куда мне теперь? Лазарет можешь садить? Люси! Эй! Секунду, ребят. Так, ребят, я вновь тут. У меня кошка просто немножечко свихнулась, увидела бабочку, чуть ее не загрызла. Пришлось убирать кошку и выпускать бабочку на улицу. А, получается, я из лазарета пришел. Центральный компьютер. Какие-то листы. Листы бумаги в рамках под стеклом. Надо попробовать вынуть. Если я сейчас это сделаю, то придет же эта тварь сюда. Ага. Как член древних, вы являетесь частью организации, соответственно, ответственной за защиту человечества как вида. Если вы не имеете отношения к древним, пожалуйста, обратитесь в ближайшее... Шему офицеру службы поддержки. Организация древних, как мы теперь знаем, была основана в 1519 году Франческо Мельци, миланским аристократом. Основанном основании этого движения порой ошибочно принимают... Люци! Хорош! Так, где я остановился? Основание этого движения порой ошибочно... принимаемого за секту, была личным делом Леонардо ди Сер Пьеро да Винчи. В смысле? А при чем тут да Винчи? Который он передал своему самому доверенному ученику Мельце на своем смертельном одре. В то время ходило много слухов о любовной связи учителя и ученика. Ага, я помню, смотрел «Демона да Винчи», и там, по-моему, не... было такое. Ну, там, короче, как «Игра престолов», короче, все понятно, я думаю, все поняли, о чем я говорю. Давно, конечно, смотрел. И именно этим объяснялась вся секретность, которую они так тщательно соблюдали. Об
инженерных работах да Винчи известно немного, хотя его общеизвестные наброски и заметки открывают лишь малую часть его знаний. Например, часто говорят... Ну, вообще, правда, все до сих пор, наверное, ну, большая часть, наверное, кто плохо знает с историей, думают, что он был художником только. Но он никогда не был художником. Ну, как бы, он рисовал красиво. Но он был еще и изобретателем. Ну, лично, как я знаю. Мне часто говорят, что летающие машины на его рисунках были совершенно непрактичны, однако теперь мы понимаем, что непрактичными они оказались лишь из-за невозможности их производства в то время. Ну вообще да, например, взять Assassin's Creed 2, там тоже была летающая машина Da Vinci. А как я узнал, сами Ubisoft, я не знаю, брали вдохновение из дневника Da Vinci. Что и как бы эту машину они взяли как бы оттуда. Как бы так. Но сейчас летающую машину можно, конечно, встретить. Это как бы дейтаплан, например, вспомнить Far Cry. То же самое. Но только в более современном виде. Многие столетия древние не имели названия. Мельцы и его последователи понимали, что имя... обозначает и связывает своего владельца так, что по сей день название древнее остается неофициальным и внутренним. В 21 веке древний выполняет ту же роль, что и всегда. Ищет и исследует, изучает следы присутствия инопланетных форм жизни, хотя и гораздо больше масштабах. Сегодня наше движение насчитывает более 30 тысяч преданных последователей в 203 организации по всему миру. Ага. Где тут и про инопланетян? Инопланетный форм жизни. Получается, та фиговина, которая ходит, это пришелец. Бля, чё я сейчас? План помещения. Пришел я, по-моему, отсюда, не? Это центральный компьютер. Фиг его знает, откуда я пришел, когда я пришел. Нет, что-то не помню этого места. На полках лежат всякие инструкции, детали и другие компьютерные штуки. Надо поискать что-нибудь, что поможет разобраться со всей этой ерундой. Что стало такие огромные? Этот терминал уже не починить. Еб твою мать. О! Но я батарейками особо, заметьте, не пользуюсь. Плата в разъеме не найдена. Понял. Обезболивающее. Но здесь, походу, решили по сценарию амнезии просто пойти в этой части. Ну, как бы... Я не могу ни с чем... Ну, как бы, взаимодействовать я могу, но защищаться я не могу. Ну, это и понятно, потому что как была реализована система боя в прошлой части, хорошо, что ее не добавили. Что более элемента хоррора чувствуется, как было в амнезии.
Как бы больше здесь атмосферы давит. Бля, как муха, я понимаю. Авкас платный. Не нужно, оказывается. Ломано. Ну, зеленое также, я смотрю. Когда-то здесь крепились платы. Помню, зачем вы здесь? Прекрасно помню. Доктор Свансон рассказала мне. Я могу воспроизвести каждый слог нашего разговора. Я еще обратил внимание. В ее голосе не раз проскользнули странные интонации. Они заставляют меня предположить, что она мне не вполне доверяет. Динозавры исчезли 65 миллионов лет назад. Какие у нее для этого основания? Мы тоже оказались в подобной истории, потому что мы и есть история. Я помню день моего рождения. 18 сентября, 1964 год, 9 часов, 346 миллионов, 993 тысячи, 412 минут. Я помню... Чего, простите? Мама улыбнулась, когда я поднял голову и впервые посмотрел на мир. Вам... Знаете что? Вам нужна рука, зарегистрированная в системе безопасности. Например, моя. Да. Это для библиотеки. Мне туда не добраться. Когда зомби заразили меня, я отделился от остальных. Я спрятался здесь. Вы понимаете? Я не смог уйти. В любом случае, вам понадобится рука. Мне уже нет, это очевидно. Принесите тогда пилу. Я точно знаю, здесь есть пила. Я сам. Славно. Ровно 12 дней, 11 часов, 39 минут и 12,4 секунды назад. Что последнее хорошее сомнение здесь уничтожь его. Он держит меня. Прими меня обратно в свои объятия. Великая пустота. Красная карта. Что-то с артефактом не так. Что-то мне здесь неправильно. Осталось последний вот эти 4 ящика открыть, и надо будет пойти, ну, активировать компьютер.
меня есть такая идея. Помните морозильную камеру, где компьютер охлаждается? Вот. И вот туда давайте загоним, попробуем. Может, он там и должен умереть. Хотя хороший план, кстати, мне прям нравится. Пока единственный разумный план, где можно его все-таки хоть как-то, но убить. Но я надеюсь, что он холода боится. Что это его, ну, как бы, скажем, криптонит. Он где-то здесь, но я не пойму где. Я же говорю, что это где-то здесь он. Сидит, пытается поймать меня. А где тут арк-генератор? Я не знаю, я все просто. Я просто не знаю, что мне нужно. Что мне надо? Ага. Так, необходимо было количество программ указано в скобках. Загрузочная. Составляет базовые данные конфигурации комплектующих. С помощью откладки драйверов связи локальная сеть. Держит все программы. Ага, установка платы, установка информации о диске. Протокол, Bloodmower, антивирус, интерфейс. Совместимый с платными программами. Инструмент администратора. Комплектующих, локальная сеть. Я не знаю, я просто попробую вот так вот. А в смысле, а чё делать?
Так, никаких проблем при использовании неправильно формированных плат. Пожалуйста, убедитесь, что загрузочная сетевая и интерфейсная платы работают правильно, и на них не установлено никаких программ. Необходимые платы. Количество программ указано в скобках. Базовый диск от данной фигурации комплектующих. Потом с помощью отлаживания драйверов связи, позволяющих доступ к локальной сети или центральной, представляется новыми протоколами защиты. Протоколы. Я вообще не понял мысли. Что-то жутко я туплю. Интерфейс мой. Ага, загрузочная. Там сетевая и интерфейсная. Еще раз надо посмотреть. Загрузочная, сетевая и интерфейсная. Интерфейсом, чтобы было связано. Ага, интерфейс. Да в смысле? Так, давайте-ка я еще поищу. Синяя карта, да? Они подсвечиваются, я смотрю, если в темноте ходишь. Кажется, он не работает, нужно быть платно. Ну, что-то связано с загрузкой надо. Но проблема в том, что я не знаю, что тут ставить, делать. Так, секунду. Так, ребят, продолжаем. Эта гадина все еще там заперта, и я немножечко подготовился к этому компьютеру, чтобы долго не сидеть, не перебирать эти программы. Так, BT5, где она у меня тут? Вот, это установка платы надо. Установка информатированного диски и локатор. Компиляция. Все. Дело в том, что с прошлой серии, с прошлого момента игра у меня была закрыта и денечек не запускалась. Чтобы опять долго не сидеть с этим компьютером, я решил, скажем так, счетерить. Так. И 7. У людей такая неинтересная жизнь. Неужели у вас всегда такая скука? Ну, вообще-то не всегда. Я больше не могу. Выпусти меня. Да пожалуйста, уходи. Я тебя не держу. Без тебя будет даже лучше. Организатор потоков. И инструменты администратора. Компиляция, все. И также теперь в зелененькую с интерфейсом разобрались. Алло! Во. И последненько, да, еще, кстати,
Я там зелененькую как раз и пропустил как-то в той комнате. Там в ящиках больших лежала. В этот раз не пропустил ее. У меня там сохранение началось. Как раз же. Так, и как раз HK-13. Установка также платы. Протокол сокета. Брэдмайер антивирус. И сетевой локатор. Все. Мне, я главное надеюсь, что вот этот говнюк не выберется. Электрощитки. Эта часть комплекса потребляет очень много энергии. О, свет заработал. Отлично. Пойдемте. А подождите. Получается, это говнюк превратился в этот... Ну, скажем, тварь, что ли. Закроешь, да, Тём? Так, хорошо. Беру телефон. Так. Получается, все эти монстры, это не совсем пришельцы, это мутирующие люди. Ну да, которым все болтается перед ногами. Напоминаю, что здесь еще одна говноед сидит. Нам нужно... Куда помню? Склад. Не, библиотека находится там. Давайте по схеме посмотрим. Ага. Да, вот отсюда вырвалась та гадина. Мы... Здесь библиотека. Получается, библиотека у нас сюда, что ли? Ага. Центральный компьютер, мы там были. Что-то я, получается, не забрал еще? Так, а где сохранение только что было? 19... У меня 33, 19.33. Ну, компьютерная комната, вот, последняя, получается, буквально немножечко была назад. И посмотрим. Смотри, кажется, он успокоился. Может быть, ему просто не хватает ласки. Давай выпустим его. Ты серьезно? Здрасте. Не, в смысле? Ну, давайте угарнем. Я не стану выпускать эту тварь. Молодец! Просто! Я просто уважать его начал. А я проверял эти? Да я не помню. Ну, походу проверял, раз они все пустые, да? Ты все? Походу на то. А что делать? Воу, полегче! Сломанная панель, здесь что-то произошло. Ну да. А, я еще и это не взял. Понимаю. Но дело в том, что что-то подсвечивается именно в темноте. А, во, управление замками. Вот дверной. Так, давайте сначала текущие операции. О, я помню это место, мы были в первой части там. Это перед пауками. Это место не было у нас.
Походу еще будет. Так. Не, читать я не собираюсь. Если что, можете почитать. Даже чуть-чуть оставлю, чтобы вы поставили на паузу и почитали. Также можете ставить на паузу и читать. Ну, я думаю, вы успеете. Учитывая, что у меня есть отличнейший доступ ко всем твоим воспоминаниям, я оказался в своего рода затруднительном положении. А какого хрена ты лазишь по чужим ящикам? Не знаю почему, но он напоминает мне о рыжем цвете. И Гренландия. Это прям как фильм. Ну, такой неплохой был фильм. Не такой ужасный, как многие говорили о нем. Нормальный, смотрительный. Так, также можете ставить на паузу и читать. Я думаю, вы хорошо почитали, да, ребят? Открыть папку, мне нужна народная работа, другие места. Файл подождён, не может быть открыт. Нужен код от двери. Я записывал где-то код. Дверь в библиотеку закрыта, на замок со сканером ладони отпечатка. Рам, водяная, Гренландия. Может, а где-то здесь просто написано? Я-то мог пропустить просто код. Вещами 53, 63 и 70, 73. Гробница вечно рабочая. А где я код достану? Может, реально где-то я код пропустил? А, так, другие места раскопок. Ну, это место мы были, так. Здесь ничего не пишет про код. Три, 13 и 2 может попробовать. Три. Или... Подожди, какой три? Что я делал вообще? Вот, 3, 13 и 2. 3, 13, 2. Так, а где код искать? Код от двери. Здесь что-то появилось буквально на секунду. А. Повреждённые провода. Ну, током они не бьют. Ладно, давайте возвращаемся и смотрим, что еще мы можем сделать.
Дверь не открывается, замка на ней нет. Номер 3061. Чем отпереть? Три, ноль, три, один, да? Ну, я хотел бы просто проверить кое-что. Так, а он записал же, да? 3061. 3061. Да! 3061. Я понял, что надо, как этим распоряжаться. Получается, только что было сохранение, да? 4-1. Да, 19.41. Давайте пока, короче, закончим. Продолжим мы уже в следующей серии. Побегали, поизучали тут, и... Как бы так. Заперли эту гадину, короче. Ну, я-то дважды, а вы-то видели только один раз, как бы. Как бы так. Но будем продолжать мы уже в следующей серии. Искать выход, искать, как бы, как я понял, нашего отца мы ищем еще. Ну, как я понял по сюжету, потому что наш отец был, и он где-то здесь до сих пор. Он нам и отправил то письмо, из которого мы попали сюда. Но узнаем это все в следующих сериях. Так что спасибо большое, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.